Кировский квартал, который станет будущим домом более чем для 3000 семей, 2200 квартир, общей средней площади 1,24 квадратных метра, двухкомнатные квартиры 45 квадратных метров. Все придуманные сети городские. И планируем сдать на 4 года. Сейчас приступили в первую очередь. Первое пятиэтажное строение. Вот сегодня мы присутствуем при закладке камня нового микрорайона. Это тот, как мы в дальнейшем планируем строить в Туле. Основная задача, которая была поставлена перед правительством Тульской области, перед городом, это выйти на нормальные плановые показатели. В прошлом году мы превысили планку 500 тысяч квадратных метров. В этом году у нас задача превысить планку 550 и дальше дорастать планомерно до 750 тысяч квадратных метров в год. Это тот объем, который позволяет нам выполнять и социальные программы, и это тот объем, который позволяет нам поддерживать рынок. Потому что очень важно, чтобы жилье строилось не только по социальным программам, но чтобы еще был рынок жилья. Данный микрорайон у нас планировался еще в Ленинском районе, но это уже сегодня город-герой, муниципальное образование города-герой Тулы, поэтому это уже будет новый микрорайон города. Большой, почти 8 тысяч человек будет здесь проживать, 3200 квартир. Это действительно большой микрорайон, и он дает комплексную застройку, предусматривая все стандарты, которые нам необходимы. Это и, соответственно, жилье, причем, когда проектировщики планировали, мы говорили о том, что жилье должно быть максимально оптимальным. Почему? Потому что каждый метр – это деньги. И очень важно, чтобы стоимость одной квартиры двухкомнатная составляла порядка там, 1 200 000 рублей. И действительно, такую квартиру может себе позволить семья, где двое работающих и двое детей с платежом по ипотеке примерно 7-10 тысяч рублей в месяц. Соответственно, что еще здесь очень важно? То, что строительство ведется с соблюдением всех норм по размещению парковок и вся социальная инфраструктура, которая необходима. Это не только зона рекреации, но и что на сегодняшний день очень важно, это социальные проекты, такие как детский сад. И в дальнейшем, я думаю, мы посмотрим, и может быть в этом микрорайоне мы будем строить уже и спортивные объекты, но это уже наша задача с городом. Поэтому начало хорошее. В принципе, этот квартал, он конкурент в какой-то степени новой Туле, но конкуренция порождает лучшее качество и более конкурентную цену. Поэтому уверен, что от строительства данного квартала выиграют туляки. Поэтому я поздравляю всех туляков с тем, что появляется новый квартал, который через 5 лет будет полностью завершено строительство. Уже через год мы увидим первые 800 квартир, в которые приедут новые семьи. Поздравляю всех. Друзья, ваши аплодисменты. Послание потомкам. Дорогие туляки, сегодня, 18 августа 2014 года, в городе-герой Тула, Тульской области, состоялось знаменательное событие. Мы заложили первый камень в основании нового жилого микрорайона «Петровский квартал». Надеемся, что этот современный и комфортабельный жилой комплекс станет уютным домом более чем для 3000 семей Тульской области. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Дорогие друзья, по строительному мастерки. Да куда встать?